Уважаемые поклонники театра, спешите приобретать билеты. 27 февраля и 6 марта на сцене Дворца культуры состоится комедия «Водевиль» в двух действиях «Ханума» Белгородского государственного академического драматического театра имени Щепкина. Легкая комедия на все времена, так можно охарактеризовать спектакль. Ханума, именно так зовут ловкую и хитрую сваху из Тифлиса, которой по плечу выдать замуж и женить кого угодно. Яркие персонажи, близкие к историческим костюмы и декорации, кавказский колорит и прекрасная музыка народного композитора Советского Союза Гии Кончели. Все это не оставит вас равнодушными. Билеты уже в кассе Дворца культуры. Начало спектакля в 18 часов. На все ваши вопросы ответят по телефонам 54203 и 54204.